Всем привет! Многие из вас, играя в Одиссею, обнаруживали, что для многих заданий может понадобиться взломщик, и направлялись в магазин оружия для его покупки. Но, как и многие из нас, обнаруживали, что купить его в данном месте нельзя. Так в чем же причина? Причина в правлении системой. Открываем карту галактики. И в форме правления выставляем коммунистическую. Ну а в безопасности лучше всего поставить анархию и низкую. Получаем на выходе фильтр систем и направляемся туда. Прилетев на место, следуем в магазин оружия. Оружие, улучшение у меня. Если что-то понравится, дайте знать. И как видите, припасов много не бывает. Здесь взломщик доступен для покупки. Стоит он 25 тысяч кредитов, не так уж и дешево, но одна партия, думаю, будет вам всем полезна. Что-нибудь еще? Всем спасибо за просмотр, с вами был Смольный, и до встречи в Одиссее. Если передумаете, я буду ждать.